июля 2022 года репетиция морского парада. Это у нас полетели вертолетики, три группы, сейчас полетят самолеты. А вот и самолеты. Это увеличение в 3 раза. Я сейчас на Кутузовской набережной, а это самолеты летят на Дневой. И полетели в сторону туда, вот в сторону Литейного моста. Люди вон снимают. Я нахожусь между Троицким и Литейным мостом, а это у нас летний сад и речка Фонтанка. Собственно, все. Поехал я на работу. 28 июля 2022 года. Нет, вон там еще кто-то полетел. Надо остановиться, попробовать снять. Как-то они быстро пролетели, не успела их поймать. А вот зато мост из Фонтанки в него. Это у нас кораблик охраняет Неву от других корабликов. Все, поехал я. Мраморный дворик мы смотреть не будем. Вот он слева тут находится. У нас набережная Фонтанки. И вертолет, видимо, который производит съемку. Все.